кактусом. Что ж, 15-12, друзья. И это, возможно, последний раунд на этой карте. А возможно и нет. Возможно и нет, друзья. Все зависит от инбаунд и, наверное, больше даже от фолдов. Как-то вот приходится перестраиваться по ходу этого матча. Все для них легко складывалось, но потом хоп и тупик. И теперь надо этот тупик как-то корова! Корова! Что ты делаешь? Прекрати, корова! У меня сейчас сердце сожмется просто и, не знаю, остановится. Аксиома погибает все-таки от выстрела в затылок. Подрывает корова еще из фикса. Ну, исправляет корова. 2-3 ситуация. Корова! Один в Пакслин. В живых. Корова стреляется. Бомба устанавливается. Минус к Пакслину. Минус по треугольнику. Ну и нот просто все-таки ставит точку в этом раунде. Корова минус 4. Как неудачно для коровы. Друзья, складывался этот раунд. Два таких досадных промаха с ВП. Потом минус Аксиома. С гранаты подорвал. И чуть еще корова не выиграл. Клатч. Здесь... Ох, не знаю.